которую неделю совещание. Надеюсь, что совещаниями дело не ограничится и лед тронется наконец. Гавайская коротко, спасибо. Reddit придумали новый тип душноты. Душнота атмосферы контентом. Отсылки, ходьба, записки, отсылки, ходьба, записки, отсылки, ходьба, записки, отсылки. Уговорись, Сэм. У игры просто нет меры в этом плане. Мы, кстати, забыли не просто ходьба, записки, отсылки. Ходьба, записки, отсылки, мета. Ходьба, записки, отсылки, мета. Вот это вот все, понимаете? Так, анимат, спасибо. Виталий, Михаил, здрасте. Помню, раньше слушал ваши выпуски через Яндекс.Музыку, а теперь уже как год их там не появляется. Вы вели этот канал, если да, то почему отказались от такого формата? Мы не вели никогда. Мы не вели, это был фанатский. Да, там кто-то, кто-то выкладывал, кто-то сейчас не выкладывает. Я не знаю, кому интересно слушать просто подкасты без наших кривляний на камеру. Но тем не менее. Так, котенька, спасибо. По поводу просмотров наших игр. Нас смотрело 14 человек на одном экране. Возможно, не только мы так делали. Людей смотрело больше, нежели просмотров. Ну, если так, то я вообще мы, кстати. Так, Петр, спасибо. Кстати, Game Awards игнорируют условно российские игры. Ладно, сердечко, но в самых ожидаемых играх 2004 года игнорируют две игры по Вахе 40. Зато есть Edge of Sigmar, от которой известно ровно ни хрена. Если про Ваху, которая Rogue Trader, то она выходит в декабре. По-моему, это уже не попадает на Game Awards. А какая вторая Ваха от российских разработчиков? Space Marine 2, наверное. Space Marine 2 еще не вышла. Мы знали, что Microsoft опять самая ожидаемая игра на нем. Game Pass, если никаких официальных заявлений по этому поводу не было, они до сих пор очень много тратят на продвижение, да, и при этом уже активно продают премиальные издания, чтобы ты не подписывался на Game Pass, а игры покупал, включая, кстати, главный релиз этого года, Starfield. Второе, ну так еще, Филька ни у кого не отбирает колду. Если бы они все ставили на Game Pass, Филька бы уже рассказывал, как колда в Game Pass перетечет и нигде больше доступно не будет. Ну или будет доступно, но, ребята, Game Pass уже не на первом месте у Майка. Как только они оседлали эту тему с премиалкой, как минимум. А как максимум, это то, как они сейчас делают заявление по колде и будущему активности. Ну еще раз, и отвязка роста Game Pass от премии на Делла, это, на мой взгляд, один из главных показателей. Того, что это уже, ну, есть хорошо. Так, товарищ пишет, вы оказали огромное влияние на видосики про игры. Раньше никого не смотрел, кроме задротов. А, никто не смотрел, кроме задротов. Сейчас активизировались все, огромное видео появилось про игры только благодаря вам. Ну, мы же когда на этот YouTube заходили, я вот обратил внимание, чего нет. Вот меня поразило, что вот есть американские блогеры, которых мы регулярно смотрим, а в русскоязычной среде почему-то никто не обсуждает индустрию, так сказать, глубоко. Новости такие актуальные никто не берет. Никто не берется анализировать, никто не берется составлять вот эту вот единую цепочку там происходящих событий, что там с одной компанией, что со второй. Никто не упоминает в принципе, вот есть как условный Кодзима, тут Говард и прочее, вот, а кто за ними стоит, а что происходит вообще с их компаниями, а есть ли деньги, на чем они прогорели, на чем заработали, какие следующие планы. Это же, блин, интересно. Ну не знаю, по крайней мере мне это интересно. Ну а так просто в основном что? Новости читали, обзоры делали. Скучно. Да. А такой жесткой аналитики не было. Угу. Как у классического стиля, который мне очень нравится. Сергей Головань, спасибо. Привет. Читали журналы ЛКИ, были любимые авторы, статьи, люблю, целую. ЛКИ, кстати, не читал. Я тоже ЛКИ не читал. Почему-то. Купал игроманию благодаря дискам. Диски. Страну игр почитывал. Угу. Тоже благодаря дискам. Навигаторы Кривого Мира регулярно открывал. Не, кстати, тоже не читал. Только страну и GameXe пытался читать, но... Ну, GameXe это... Я не понял. Я GameXe тогда не понимал. Я, собственно, претенциозную херотень за пределами Линча плохо понимал. Я просто как человек, который, ну, какое-то отношение, ну, не то что к литературе имел, но я обожаю книги. И вот когда открываешь GameXe, вот ты только что прочитав какую-нибудь там классику, да, ты такой открываешь GameXe и понимаешь, что там люди, я не буду говорить за всех, но хотя бы тот же самый Подшибякин, который пытается
вот загромождать предложение какими-то странными словечками, делая текст излишне тяжеловесным и от того настолько запутанным, что читать дальше даже не хочется. Что ты хотел сказать? Зачем ты это хотел? Вот. И поэтому GameXE, да, вот у нас обзор про игру. А про игру где? Блин, напомните мне. Пошли в лес храма, покажу. Как это был обзор Half-Life эпизод 2, так называется. Так, Options 76-78, премега супер, громаднейшее спасибо. Ой, как с Михаилом согласен с точки зрения, ой, роста, это путь к сокращению штата. Сайт говно, за Lies of P обидно, но в большинстве согласен. Xbox X, S и Xbox X не купил. Хорошо. Тоже вариант. Аноним, спасибо. Виталий, перестань, пожалуйста, фигуру Мегумин левее. В роликах вместе с Мишей ее не видно. Переставлю. Так, а Ви, значит, Виталик не защитник Калфилда. Спасибо. У разных людей есть разные мнения, но Старфилд однозначный шлак, со слов Виталия, а он слушал людей, которым понравился Старфилд и пытался понять, почему им не понравился. Как-то лицемерно. Никому не нравится Старфилд. Я вот сколько людей не слышал, никому не нравится. Серьезно. Есть миф о том, что Старфилд кому-то нравится, но людей, которым он понравился, я не встречал. Честно. То есть, если вы найдете мне хоть одного человека, который я играю, мне нравится. Зачем играть в Starfield, если есть другие игры, которые куда лучше Starfield? Остановитесь! Так, Альберт, премега супер, громаднейшее спасибо. Посмотрел тут оценки GPU Apple M1. Это аналог GTX 1050 Ti, согласно официальному отчету Apple о M3. Это в 2,5 раза быстрее, то есть аналог RTX 3060. Как вы думаете, купил ли Apple Nvidia, раз туда Ray Tracing завезли? Ray Tracing можно засунуть куда угодно, если что. Даже если чип изначально не приспособлен для обсчета, ты можешь спокойно пытаться обсчитывать там трассировку лучей, естественно, это будет делаться очень медленно и не оптимизировано. А то, что компания Apple добавила в свои чипы вот эти вот нейротензорные ядра, ну, они так называются у Nvidia, они что-то засунули туда свой аналог, да, ради бога, флаг в руки, барабан на шею, смысла в этом, по крайней мере, на данном этапе, ну, для профессионалов, возможно, которые работают в специализированных предложениях, какой-то будет в играх, но это смешно. Да. Microsoft до этого выпускал игры с премиальным изданием, как Forza Horizon 5 или Gears 5. Эксклюзивность колды не позволили антимонопольщики. Ну так это и следствие. Здесь причина и следствие. Причина, что колду не дали антимонопольщики. Следствие Microsoft посмотрела, такая, ну ладно, значит, мы будем крупным издателем. А беседка, кстати, с ранними релизами премиальными, я не помню, болела ли. Но ситуация со Starfield, как я считаю, крайне показательна. Так, Виталий, так у вас же на сайте был обзор от Драгана, у которого Старфилд раскрылся, и он его полюбил. Я до сих пор уверен, что это какая-то пост-ирония с его стороны. То есть он решил так подшутить над всеми. Типа, ха-ха, смотрите, мне нравится Старфилд, сделайте со мной теперь все, что хотите. А комментарии на сайте отключены. Ха-ха-ха, что вы со мной сделаете? Старфилда 71% положительных отзывов в Стиме. Много. Слишком много. Что, Виталий, будем еще стримить? Люди, все они ошибаются. Все они, это мета-ирония со стороны всех этих людей, которые поддерживают ЧСВ Тодда Говарда. Я не могу поверить, что Homo sapiens может нравиться человеческому виду, в принципе, может нравиться Старфилд. Так, ладно, дорогие друзья. На сегодня у нас тогда все. Завтра, я надеюсь, увидимся в новом ролике. Хотя завтра мне тут обещают, прикиньте, свет отключить на весь день. Стоит вывесено объявление, типа, у нас тут такая-то поломка, мы ее будем чинить, и в итоге света у вас целый день не будет. Делайте, что хотите. Надо зарядить аккумуляторы. Все аккумуляторы. Или в четверг уже запишемся. Если завтра свет включен, ну, в смысле тогда уже собираться? Ну, я тебе тогда позвоню. То есть мы будем записывать ответственный материал при свете из окна. Ну, согласен. Короче, я тебе наберу, ты там меня, если что, наберешь, разберемся. Да. Так что, дорогие друзья, покедово. Было очень приятно. Надеюсь, вам такой формат подведения новостей нравится. Так, Игорь Андерсен, спасибо.
Виталик, так к производительности 4070 лаптоп вопросов у меня нет, все окей, это я для справки. А вот к сборке ноутбука, его дисплею и недоработкам прошивок есть еще большие вопросы. За 200к хотелось избежать. Блин, если за 200к, то да, хотелось. Надо было брать Lenovo. Наверное. Ну, по крайней мере, все очень хвалят Legion Pro, вот эти 5, по-моему, 5 Pro, такое хорошее соотношение цена-качество. По поводу Asus я не знаю, у меня у сына Zephyrus, какой там, G14, нарадоваться не может. Так, Option 78, спасибо, сори, не премиум, донат что-то ломается. Я вел к тому, что вы меня почти убедили купить вторую платформу, но не купил из-за вас же. Так и не надо, если есть ПК, на тебя нужен Xbox. Да, если есть ПК, то Xbox, если есть мощный ПК, Xbox не нужен вообще. Так. Xbox это замена ПК. Том Кауф, спасибо. Что значит, что ничего не задумали и айтишники не нужны? Виталик, я ж ты в телеге скинул идеи. Блин, я еще не прочитал и не обдумал твою идею. Дай мне до завтра, я хотя бы выспусь. Потом да. У меня каждый день какой-то челлендж. Как выжить. Да. Excite. Да, и почитай. А опытный ПМ всегда пригодится. У меня... Ладно, опытный ПМ всегда пригодится. Так. Еще раз, мы пока еще эту тему глубоко так не прорабатываем. Но мы ее будем прорабатывать куда-нибудь. Я скорее сам научусь программировать и все сделаю. Вот. Так. Говорят, Lenovo хреновый в ремонте. Не знаю. Я пока опыта с Lenovo не было, поэтому ничего не могу говорить. Все, да. Дорогие друзья, да. Всем спокойной ночи. Надеюсь, вам было весело. Покеда. Огромнейшее спасибо, что вы были с нами. Пока. О, yes. Ну, какие у меня красивые грядки. Да, 12.07. Я зато выковырял супер картоху. Я не поехал. Так 7 на 8 декабря примерно в 3.